Всем добрейшего вечерочка. У меня почему-то отключилась, видимо, камера, так как я задела ее ногой. Ну, ничего страшного. Сейчас вроде все ок. Так, я что-то припоминаю, что-то тут... Скверненной тенью лозы. И что мне вообще нужно было тут сделать? Я хотела вообще сюда залезть и что-то тут поворовать немножко. Но я без понятия, как это все... Как, что... Колющий урон, некритическая устойчивость. Ну, по сути, я могу это ударить. Ага. А какой он наносит урон? Режущий. Очень много вопросов и очень мало ответов. Я попробую. Нет. Ребятки, ваш выход. Я вообще понятия даже не могу иметь. Ладно, предлагаю сделать по-другому. Где там мой любимый туманный шаг? Она почему-то отсюда может только туманный шаг делать. А, ну хотя бы так, господи. Блин, надо было сюда Астариона посылать. Ну ладно. Я вообще забыла просто все максимально. F5, F8, наши любимые. Дотянет, дотянула. Красотка, Шэдоу, красотка. И что же здесь? Сердце огня, пылкое пламя. Всякий раз, когда другое существо наносит вам урон огнем, вы получаете жир. Не знаю, стоило ли сюда вообще врываться ради этого сердца огня или что там. Двуручный топор. Ну, возьми на всякий случай, как бы, да? Продадим. Ну, свет. Наставление прилива. Поразительно, считай, ты обратила меня в свою веру, Селуна. Она же против Селуны, да? Вроде бы. А что это у нее такое? Кровь Латандра. А, так у нас получается все. Нам эта кровь Латандра не нужна. Мы можем заменить ей, я так понимаю, да? Заменить ей на что-то другое. Ну, с чем ты можешь обращаться, скажи, пожалуйста. Обращаться ты не можешь почти ни с чем. Нет у меня. Ну, вот, кстати, вот это нет. От слабого воздействия проклятие. А, вот, благословение пикси, все. Лес. Пикси мы сделали. Что у нее там было? 3.12. Нет умения. Какофония, по-моему, хуйня какая-то. Она ее ёбает вроде бы, нет? По-моему, что-то с ней не так было. Я не помню только. По-моему, да. Может и нет. Интересно, какой нож. Свет творения, ну-ка. А, вот свет творения, да, может оглушить. А, вот это нормально, окей. Ну ладно, будешь ходить с какофонией. Что такое какофония? Вот что-то знакомое, кстати, но я не помню, что это. Ок. Ну, как бы, какая-то бесполезная, если честно, локация. Очень бесполезная. Она еще и не может сделать... То есть ей только прыгать, что ли, придется? Да, и как же мне разбить эту хуйню? Огонь нет. Колющий урон против этого существа снижается наполовину. Дробящая. А что дробящая-то ее не устраивает, я не понимаю.
Интересно, туманный шаг восстановится? Да. Можно было, кстати, чтобы она просто вне зоны видимости. Ну, Люд, придется тогда... ничего себе. Даже сюда не можешь переместиться. Ну и ладно тогда, прыгай вниз. Что я могу сказать? Да, конечно же. Прыгаем вниз. 8. Ну ладно, воспользуюсь, как и быть, нашим туманным шагом. Попробую сгруппировать все, но только приди к своим друзьям сама. Сможешь прийти? Побыть самостоятельной. Золото. Кстати, мне что-то говорили, что тут вниз можно спуститься, да? По-моему, да. Золото. О, золото взяли. Корни. И что с ними? А, это на крышу. Рюкзак. Бэкпэк. Саперный набор. Ключ. Ритвинский. Так, я это не читаю, забыла. Дубинка. Корни. Спускайтесь обратно. Фигнюшка одна какая-то. Кто-то мне говорил, что сюда вниз можно спуститься. Либо это был байт. По-моему, да. Ну-ка, да. Да. Можно. Мешочек. Я не помню, это взрыв или не взрыв. Что он дает, этот мешочек? Да ничего вроде. Все нормально. А, ну это, по-моему... Да, по-моему, вот сюда мне кто-то говорил, может спуститься. И, походу, это был байт. Да, точно, точно. Я не помню. Ну, вроде мы все смотрели в этой локации. Но выглядит она как будто бы не полноценно изученной. Я вот не знаю, что с этим делать. Я предлагаю вам просто сейчас, конечно, быстренько пробежаться, но в целом просто потом сюда вернуться. Потому что я не знаю, что тут еще брать. Мы во всех комнатах этих побывали. Просто если что, вернемся, да и все. Не знаю, почему есть возможность пробираться на крышу. Смотри, открытый ящик. Мы ничего не посмотрели. Сейчас вот в эту сторону глянем и пойдем дальше. То нам уже пора в эти лунные башни. Да там херня. Но, по-моему, мы тоже тут все смотрели. Ну да. Вот, подожди. Что вот здесь? Ничего. Да не, мы тут ничего не смотрели как раз таки, потому что все, ну, это желтеньким горит. Роскошный сундук. А где это ты видишь роскошный сундук? Где он увидел роскошный сундук? Понять не могу. Дай-ка еще раз. Да нет. Здесь тоже бочки не проверяли. Ну, зато мы теперь убедились, ключ клерка от застава. Вот у нас это за ключ. У меня еще надежно установлен этот стол. Давай здесь пролутаем и пойдем. Вообще идет? Да, идет. Гнилой лимон! Ладно, все. Это что? Кстати, мы уже близко к лунным башням. Наконец-таки. Там начнется полная, конечно, веселуха. А это что? Где только что было? Следует таверна «Последний свет». А я что, не обследовала, что ли? Я бы обследовала.
Она похуй. Идем. Наконец-то. Лунные башни. Мы близко. Я ее чувствую. Абсолют. Здесь велика ее сила. Ближе не подходи. Его мысли врываются в твой разум, обыскивая его, твой паразит узнает его и ищет. Благословенная душа, прямо как я. Какие новости, верные? Хороший вопрос. А кто лучше справится с тем, чтобы распознать? Зарел в зале для аудиенции, верная. Она ждет тебя с докладом. Что ж, не будем испытывать ее терпение. Что такое именем ее? Что значит? Наверное, это типа благословение ей, но мы не будем этого делать. Мы же типа двойные агенты. Так, с упырями мы не общаемся. Мы это... Пока рановато еще с упырями общаться. Это нетерпеливо, не увлекайтесь слишком. Некоторые могут нам полезнее... Быть нам полезнее живыми, чем мертвыми. Ну подожди. А что будет, если я отвечу все-таки именем ее? Нужно проверить. Мне просто интересно. Надо было это сразу делать и перезагрузить. Я затупила. С кем не бывает. Well, then, let's not praise the absolute. Слава абсолют. Да нет разницы какой-то. Вообще нет разницы. Но мы все равно, это не исключает того, а сомнений быть не может. Это то самое место, здесь мы раскроем тайну Абсолют. Короче, что хотел сказать. Это не имеет значения, что мы говорим, мы в любом случае двойные агенты. Приветик, и я скучала. По всем. Реально. Добро пожаловать, верная. У адепта найдется для тебя работа. Столько еще нужно сделать. Да, я же говорю. Погодите. У меня задержка, что ли, на стриме? Сейчас проверю. А, нет, все ок. Да, я же говорю, что я скучала. Я... Вообще, в целом, скучала именно по стримингу даже, а не по своей работе. Куда верить идет? Сразу изучаю башню с ее сторон. Чё такое? Ну ладно, потом. Это я помню, куда это ведет, ладно. Спасибо, это еще только начало. Мы подготовили очень много фоток. Вот, поэтому ждите. Ждите. Абсолют сама позвала нас сюда. Теперь никто не мешает нам увидеть Зарел. Потрясающе. Она из благословенных, верно? Слышать ее голос, я представить не могу, каково это. В очередь, сукины дети, я первым предстану перед Геррера. Не все из нас вышли из тени невредимыми, а моя жена и сыновья, они оказались недостойными. Достойны. Каждый следующий отряд рекрутов хуже предыдущего. Им и конюшням мести нельзя доверить, не то чтобы мечом биться. Давайте его убедим. Не знаю, зачем только. Возможно, нам это поможет. В чем, не знаю. No doubt.
Ну да. А мне с начальством незачем спорить. Раз вы так сказали, значит, так и есть. Тогда я прослежу, чтобы они всю необходимую помощь получили, верно? А необходимое им... Что, блядь? Я ничего не привыкла так быстро читать. Я вообще только читать здесь. Что там? Погодите, давайте со всеми поболтаем быстренько. Быстренько. О, новое лицо! Желаешь понежиться в связи Абсолют, я полагаю. Чем я могу быть полезна? Скажем так, меня опосредованно задело благословение. Вот прибыла на нести визит вежливости в новой силе. Я бы поклонилась, но зенты предпочитают смотреть торговым партнерам в глаза. Клянусь монетами, Вакин, конечно, нет. На рынке истинных вер не продохнуть от конкурентов. А вот на рынке логистики... Этим верующим нужно перевести в город кучу товаров, в чем наши корабли и помогают. Незаметно. Так, это мы берем. Все. Все берем. Что же у тебя есть? Да жалко, что тут нельзя распределить, типа, по... Солнцедыню уберем. Почему-то она сочно просто выглядела, и мне захотелось ее купить. Короче, жалко, что нет распределения по силе. Типа, это прикольно. Одинаковые. Можно что-то красивее вот этой одежды? Я хочу что-нибудь покрасивее. Он это розовенький какой-то, но он не розовый, это просто свечение такое. Хочется чуть новое. Какая-то херня. Все впереди. А чё бы нет? О! Покажи. Ну, не знаю. Сколько она стоит? 6 косарей, блядь! Офигеть. Ой, ну это приятно очень. Спасибо большое. Приятно слышать. Да ладно, можно было все это время делать так. Я думала, нужно на каждого героя переключаться. Офигеть. Так, и что же? Что вообще можно продать? Я даже не знаю, мне все жалко продавать, если честно. Все жалко продавать. Ой, смотрите. Несколько одинаковых мечей. Ну, это продадим, ладно. Ну, одинаково хотя бы продадим. Все остальное жалко. Лиру оставим. Спасибо. Это приятно, правда. Спасибо. Вот именно, у меня слишком модное лицо для их домов. Эй-оу! Что тебе продавать, скажи, пожалуйста. Я просто даже боюсь продавать, потому что вдруг мне это понадобится в этом. В лаборатории. Ладно. Всегда рады. Так, мы с этой болтали? Я забыла. А, вот еще какой-то продавец, подожди. Вон продавец. Нифига себе. Может, у него крутая броня? If you have coin, then show it. Но у него ничего нет. Так выпендривается.
А чё броня-то одинаковая, блин? И там, и там. Я хочу что-то модное. Отстань. Сам иди своей дорогой. Ну, я его все равно потом отпизжу, поэтому... Можно сейчас пока не выпендриваться, потому что у нас план. You'd find better logic. I know we're all one. Так. Какая-то чуть не добрая, я вам так скажу. Don't mind Meg and her meat sounds. Она не мясо слышит. Around in her skull. Нет. Ну. Я болтаем с ней. Тихо! Там наверху! Их слышит мясо. А ты? Нет! Миг знает вкус мяса! Это большое мясо! Найдешь мясо, делись. Аж самой захотелось. Не, ну а чё? Куда это мы выйдем на крышу? А-а-а, что-то знакомое. Крыша, значит. Крыша! Ой, там кто это? Это котик. Это котик. Погоди, надо зелье выпить. У меня, по-моему, его нет. Ни у кого, интересно, нет. У нее есть. Надо было сохраниться, конечно, но ладно. Смотри, куда ступает нога твоя, бесшерстная тварь. Это охотничьи угодья стального когтя. Счастье для тебя, мое внимание уделено мерзкому исчадию, за которым я охочусь. О, привет! Привырик! Мерзкое исчадие. Так. Но это я и собираюсь сделать. Я преодолела моря и выжила на кораблях с тещью в трюме, чтобы найти эту тварь. Я убила многих. И многих еще убью. Но с этой я играю. Я режу ее, рву когтями. Когда придет время, я откушу ей голову и искупаюсь в ее внутренностях. Ложь, она лишь притворяется. Но я терпеливая охотница, я буду ждать, пока она не пошевелится. И тогда нанесу удар. А теперь мне пора возвращаться к своей добыче. Слишком долго она не ощущала около страха. Я думала, она к нам пойдет, типа. Ну, типа, у нас будет тусить в лагере. Получается, что это не так. Очень жаль. Ладно. Что тут вообще есть? Дыра для кошки. Но она не больше Астариона, который подрос. Внезапно. Рыба. Пускай она для кошки будет. Ну ладно, она... Может рыбу дать кошке? Или что, для чего эта рыба здесь валяется? Но у нее целый чан. Да блин. Риба. Рябки. Это мы смотрели, нет? Да. Угу. Все, берем. А он что-то какое-то зелье, по-моему, принял. Прикольно, да? Ну и хорошо. Тимати Шаламе. Секундочку, верная. Барнабус, дружочек, суп помешивают ложкой. Забудь ты уже про этот топор. Барнабас. Ну вот. Итак, чем я могу помочь? Он такой сладенький и податливый, словно пудинг, правда?
уже даже не помнит, как жилось в дикой природе. Это дар, которым народила меня Абсолют, когда я предстала перед ней. Менять жизни тех, кто ей служит. Помогать увидеть, что они могут стать лучше. Я уже прошла этого дроу или нет? Мы там дроу-то и не видели вроде. Здесь... Их воля всегда будет принадлежать ей одной. Я просто навожу порядок. Вот гляди. Дружочек, ко мне! Покажи, какой ты послушный мальчик. Нифига, у него крысак. Что мне ему показать? О, всегда пожалуйста. Правда, Барнабус? Чувствуешь, какая воля неумолимая, словно прибой поднимает под себя зверя, подминает. И это танец, ты что, не знаешь, как танцевать? Ну, оно все-таки животное. Он ее сейчас сожрет? Нет, Барнабус! Я тебе об этом уже говорила. Бля, что будет, интересно. Сейчас посмотрим. А как... А, ну кольцо, хорошо, да, сейчас. Сторона этого не одобряет. Совместно антистас сокрушает волю гнула. Он падает на колени. От былой непокорности не остается и следа. Ну в смысле, Астерион же любит такое. Чё он не одобряет, блин? Я думала, он одобрит. Ладно. Я хотела с ним побатлиться просто, дэнс поделать. Не хочу за это платить. Одобряют, все одобряют. Словно ты тетива, которая прикоснулась лезвием, связь между ними просто рвется. Барнабас, Дарлин. Нет! Он ее труп есть паразит. А при дисциплине не остается и следа. Барнабас почувствовал вкус крови и теперь жаждет продолжения банкета. Символ светит все ярче, ты чувствуешь, как тебе развивается сила, власть. Authority. Охуеть. И у меня этого не было, просто я поэтому шок. Понятно, почему платить надо было. Опа. Офигеть. Неждан. Так, и что же мы тут можем прокачать? Я не знаю. Ну, пускай это. Мы уже вообще почти все прокачали. А почему, интересно, не открываются вот эти? Типа, нужно все вот это прокачать, наверное, да? Прикол. Сохранимся на всякий случай. Что-то... А, это ее имя. Все в рыбе. Там по сюжету откроется. А, ничего себе. Спасибки. Посипки. Колбасу берем. Это же припасы. Припасы, да.
серьезно, только потом. Блин, нет, тогда я не хочу. Кабачок. Все берем. Так, сейчас все это в лагерь отправлю. Сопли, ребята, извините, пожалуйста. А куда это все делось? Что такое-то? А куда это все делось? Что-то я не понял. Ладно. Какой-то из сумок. Ну пофиг. Что, с ними болтать будем? А, ну не особо общительные, я смотрю. Сгнивший банан. Еду еще заберем. Да какая нафиг? О. Сука. Перегруз. А куда это все идет-то? А вот, видите. Припасы. Лагерь. Значит, сейчас места, наверное, освободится просто капец как много. Особенно с этой колбасой. Я бы ее схавала. Ну, я вчера ела колбасу, ладно, у меня кусочек там остался. Ой, я бы схавала, но не буду. Перерывчики надо делать все-таки. Очень жаль. Очень-очень жаль. Это сейчас бы бутер под лостик, да? Звучит топово, да? Бутик под лостик. Ла-ли-ра-ре-ри. Все. А что в корзине? А, ничего. Так, а что здесь? Сохранение. Немножечко залагало. Я стараюсь. Спасибо. Я стараюсь, Людки. Я что такое? Это мы на улицу вышли. Ладно, сейчас еще прогуляемся здесь. Пойдите-ка. Салями! О! Я знаю, что это такое, мы сейчас сюда пойдем, да. Салями берем. Это припасы же? Да. Батат. Кстати, батат в последнее время нравится. Прикольный. Попробуйте, кто не пробовал. Смотри-ка, наблюдает, сучка. Не наблюдай. Я просто гуляю. Так, сохраню сейчас. Какая-то слизь. И что? Слайми. Ну ладно, это надо подниматься, хорошо. Сейчас мы еще вот здесь не осмотрелись. Вот, наверное, это она. Дроу, да? Да. Арай Аблодер, торговка, кровью и кровавым искусством. Для меня честь предстать перед верной и твоим бледным спутником. Опа! Я бы хотела предложить свои услуги, если позволишь. Да, я помню. Он мой! Покушается она. Я торгую кровью и зельями, которые из нее готовлю. С радостью сделаю тебе такое зелье, если окажешь мне честь и поделишься кровью.
Я даже могу сварить для тебя на ее основе очень могущественное зелье. Это уйдет лишь капля. Остальное я оставлю себе. Она типа вампир? Если придумаешь, что я здесь. Причем хотела обсудить с тобой кое-что еще, твоего друга. Он же вампир, верно? Или, по крайней мере, вампирская отродье? Не волнуйся, мы все здесь друзья под синюю абсолют. И я не кусаюсь. О, лучше бы кусался. Полагаю, он принадлежит тебе? Да, с потрохами. Вообще-то да. Интересно, если я так отвечу, ему это понравится? Я не думаю, конечно. Что будет? Ну, если он подумает, что это, типа, я такая дерзкая, типа, я отвечаю так дерзко. И он такой, типа, да. И что выбирать? Ну, это жестко, наверное, все-таки. Я сохранилась? Ну, просто по угару, давайте посмотрим. Ну, надеюсь, ты не будешь против, если я его на минутку одолжу. У тебя есть имя отродья? Астарион. Подожди. Славно. Так вот, Астарион. Я еще девочка мечтала, чтобы меня укусил вампир. Кстати, он ничего не сказал. Не одобрил и не одобрил. Что, прости? Ты хочешь, чтобы я тебя укусил? Почувствовать, как утекает кровь в моей жизни? Танцевать на грани между жизнью и смертью? Да, хочу. Извините за руку. Я даже вознагражу тебя. Дам невероятно мощное зелье, которое навсегда увеличивает силу. Оно не для продажи, но ты его получишь, если укусишь меня. Вынужден отказаться. Это как? Такая возможность свободна раз в жизни, а ты ее упускаешь. Я уже ответил! Скажи, ты не могла бы вразумить своего упрямого подопечного? Это весьма печально. А почему, кстати, почему он не может ее укусить? Чего в этом такого? А что такого-то реально в этом? Ну, нам бы дали зелье. Ну, укусил бы ее, и что? Прикольно. В всякий случай все эти зелья будем покупать. Так, кольцо, да? А тут нет кольца. Либо я не вижу его. А вот оно. Это обруч. Да, я... А вот кольцо, подожди. Получается преимущество, плюс как-то... Вот оно, да? Вот это топ, мне кажется. Ой, глаза засветились. Вот это топ, мне кажется. Смешно. Какой брать? Что скажете? Справа вредоносно. Подожди, почему вот это вредоносно? По-моему, вот это топовое, нет? Или нет? А что значит преимущество при бросках атаки или помеху, и помеху при испытаниях? Я что-то не понимаю. Я их эти выражения не совсем понимаю на самом деле. Скажешь. Приветик. А, попадать так легче вот с рисковым, да? Ну ладно, давай. С кем? С кем вернулась? Come back anytime. Так.
Если бросок атаки, значит, лучше вообще Shadow Heart его надеть. Потому что она дистанционно кидает. Этот лупит в ближнем бою, а она кидает, так что пускай у нее будет. Я ездила на Шри-Ланку с командой, мы там типа фоткались и отдыхали. Блин, а я хочу у нее вот это почитать, она не против будет? Да, вроде не против. Ну ладно. Незатейливый сундук. Ой, здесь это абсолют. Ты чё там писаешь? Она видит нас насквозь, понимаешь? Самые души смотрят. От ее взгляда не спрятаться. Ясненько. И куда это? Тоже на улицу? Мы тут, по-моему, с котиком, да, встречались? А вот здесь еще, подожди. Сука. Ладно. Куда мы еще сюда не заходили? И сюда. Здесь мы были, да? Я уже не помню просто. Ну, давай сюда пока. А, здесь мы не были. Подожди. Вот здесь мы зашли, да? Да. Здесь мы зашли. Пойдем через парадный вход. Ну ладно, подожди, я еще хочу кое-что сделать. Я сейчас открою дверь. А вот здесь поднимусь. Поднимусь? Что это? Это уже... Спасибо большое, очень приятно. Когда-нибудь это случится? Так что... Ждем. Встречно в стену до тебя доносится какое-то шуршание, словно некое живое существо на ощупь протискивается сквозь полости в камне. Я вот только не помню, надо ли... Давайте попробуем дотянуть до последнего и посмотреть, что будет, потому что я так и не посмотрела. Нет, у меня на самом деле очень долгая к нему история по максималке. Если в краткости, это связано с мультиком Adventure Time и еще с Оксимироном, который на агент ВРФ. Вот. Поток информации обрушился на твой мозг. Ты видишь каждый закуток башни, каждый разум в ней. Чувствуешь, что все здание окутано гигантской живой паутиной, уходящей куда-то вниз, в темноту, к чему-то, что сейчас пробудилось из-за тебя. Нет, не трогай! Не трогай! Это ловушка. Мгновение ока, вокруг запястья твои руки, словно стальные зубы, обвиваются в щупальца. Чужеродный разум торгается в твои мысли. Вот он ближе и еще ближе. А что будет, если... бездействовать. Мне просто интересно. Давайте посмотрим. Щупальца сжимаются еще сильнее. Внезапно ты переносишься еще куда-то. Природный разум больше не двигается на тебя. Он повсюду. Он разглядывает тебя. Аномалия? Зачем? Что ты? Кто ты? Какой красивый кадр. Я мы. Все, что на мгновение умолкает, словно силе заместить необъятность своего «я» в понятные тебе слова. Ну,
это голос, который дали мне они, чтобы разговаривать с такими, как ты, не разрывая ваш разум на куски. Когда-то я служил великому плану, теперь меня поработили они. Но ты... Ты изъян в их плане, ниточка, выдернув которую можно разрушить все, что они задумали. Я цепь, которой они скуют этот мир. Но не в силах сковать тебя. Приди ко мне, чтобы вновь стать собой. Словно из бесконечной дали доносит от тебя отголосок боли, подобно утопающему, который топит спасателя. Щупальца еще сильнее нажимает. Явись, проявись. Довольно, отцепись от этой твари! Блин, мне просто... Я вот не пробовала посмотреть, что будет. Давайте посмотрим. Нереально интересно. Ну, типа, она убьет всех или что будет? Нереально интересно. Шульма? Что там? Почему Екатерина Шульман? Кто такая Шульман? Что-то какая-то знакомая фамилия? Ой, нет, ты чё? Иноагент в РФ. Не-не-не-не-не-не-не-не, не надо такого нам. Так. Явись, проявись. Литийская яма, прямо под башнями, значит, колония где-то рядом. Должно быть, оттуда и берутся личинки. Что будет? Яма для пленника. А, да? Блин, я уже не помню на самом деле. Блин, я не знаю, надо ли мне тут идти. Вдруг я типа слишком рано пришла. Может такое быть? О. Мне кажется, слишком рано просто пришла на эту локацию, нет? Я такую не знаю, девушку, вы что? Только есть элитический паразит, надо посмотреть. Берем. Че у нее тут? Что, блядь? Дай посмотрю. Да ну, некрасиво он. Ой, извините. Я не знаю, стоит ли мне здесь тусить. Потому что я не хочу рано приходить на локацию. О, она похуй, давайте так. Сейчас все равно пиздиться придется. Здравствуйте! Так, дай я посмотрю на них хотя бы. Но они довольно милые. Я так давно уже не дралась. Поэтому... Рисковая атака, реально. И все равно промах. Охуенчик. Не дотянется?
что, можешь мисом в них кинуть? Подожди, нет, это все не то. А где Игнис? Или у нее нет Игниса? По-моему. Да. Ладно. Громах, наверное, будет. Пройдено. А что у него? Устойчивости нет. Почему тогда? Ну ладно. Хотя бы так. Да. Да. No time to waste. Мистическая амуниция. Что-то такого вообще не помню, чтобы было. Ладно. Как это недостаточно движения, Людмила? Приветик. Бабайки. Угу. Крюкастый ужас. Блядь, сбил меня с ног. Козлина. Ублюдок. А, мы все встали все равно. Ублюдок ссаный. Два всего снесли. Один готов. Ого, Шедухарт, от тебя-то я не ожидала. Получается, 6 раз бьем. А нет, 5 раз. Но все равно это много. Что, я опять что-то отключила, нет? Приветик! Нет, ничего не отключила, слава богу. Готово. Но вроде бы, это не то место по сюжету, куда мы потом должны прийти. Соответственно, ничего не рано. Мы не рано пришли. Я думаю, разработчики это все понимали. И мы все правильно делаем. Надо было все взять, я что-то не сообразила. Так. Что тут еще? Есть такое ощущение, что отсюда кто-то вылупится. Фу. Похоже на чужих. Это выход в тюрягу, да? То есть я рано сюда пришла, да? А, можно выйти. Ну, не знаю, мне кажется, тебе нужно еще побольше поиграть, чтобы... Да, это выход сюда. Кажется, это того... И как мне отсюда выбраться? Ну да, все-таки мы рановато пришли. Я на средней играю. Я вот когда буду за негативную, собственно, за, как это сказать, отрицательную сторону играть, я буду на харде проходить. Но это будет летом. Вот. Но это тяжело в самом начале, на самом деле. Это просто нужно миссии попроходить тебе. Вот, и ты потом привыкнешь, и будет заебись. Просто в начале прям тяжело, потому что это самое. Потому что скилл не раскачанный. Блин, а как же отсюда выйти-то?
А, подожди, тюрьма лунных башен — это не то место, где щупальца потом вот эти появятся. Да. Да, именно так. Мне очень зашло. Мне просто нравится, что здесь абсолютно можешь за... Ну, типа, каждый раз можешь за разных раз играть. Это прикольно. Я знаю, с какой-то стороны. Ёб твою мать. Так мы можем сейчас прямо их спасти. Ё-моё, блин. Так. Тут, короче, беженцы, которых нам надо спасти. И я хочу попробовать это сделать сейчас. Они, конечно, охуеют от такого расклада. Но мы попробуем. Тихорца так. Ну подожди, я хотел попиздеть с тобой. Попиздеть. Тише, узлы затянуты накрепко. Не отвлекай меня сейчас. В смысле, блядь? А. Не сейчас. Лодка надежно привязана. А я правильно их спасла? Вот именно, даже спасибо. А вот, тот, кто вот плыть остался только. Пока мой план спрятаться на воде, или у тебя есть идея получше. Кто-то выжил в этом одиче, с этого надо было начинать. Давай там увидимся. Подождите. Но там же не только они, там же еще были эти другие ребята, нет? Там же еще были эти, как они? Спасибо. Как их зовут-то? Короче, там были еще одни ребята, которых нужно было спасти. Они только в соседней клетке сидят. Вот они. Так что нам пока рановато их спасать. Что там? Ну вот, получается, наводишь на стену, написано «стена, прочность». Вот, и потом, когда берешь нож, видишь, вот сюда появляется возможность ее разрубить. Вот, да тебе нужно просто походить по карте. И у этой карты, в общем, ну, по всей этой карте вот первого акта походить и повыполнять всякие задания. После этого у тебя опыт появится и будет легко. Поначалу мне тоже было очень тяжело. Но только когда ты проходишь все миссии абсолютно, ну, все миссии зачищаешь, тебе становится легко проходить. Вот. Maybe, maybe. Maybe, maybe, maybe. Я не помню. Ну, по-моему, я помню, как штука Фантомас. Подождите, а это что? Блядь. Вот, теперь, наверное, надо было сначала этих освободить, потом тех. Логично было бы? Или одновременно это сделать? М? Хорошая мысль. Спасибо за ремонт, обожаю вас, самые best of the best. Муа. Лучшие соседи, просто соседи, вот его по-другому не скажешь. Дробящие. Надеюсь, вы меня особо слышно. Фонарем будем писать стену. Дробящие. Подожди, это какое? Дробящие. Ой. Короче, сусур был, а здесь что было? А, он не может. Вон, давай ей. Сюда. Дробящие? Да. Так. Разгруппировать. Чтоб просто нас не спалили, что мы разъебашили эту стену. Здравствуйте.
Да, все супер прошло, мне очень понравилось, всем советую. Очень прикольно отдохнула. Но я прям, типа, миксовала работу с отдыхом, мне было хорошо. Вот, просто мы не так много снимали, как обычно снимаем. Вот. И мне поэтому даже больше понравилось. Но в целом, что могу сказать, у меня Шри-Ланка удивила в том плане, что я думала, что это какой-то мир Индии, наверное, вот. Ну, может быть, потому что у нас отель был пиздатый, и мне тоже это понравилось, вот. Короче, всем советую, реально, потому что недооцененное место. Что там? Да, я сохраняюсь после каждого, каждой реплики, каждой выбранной реплики, чтобы, если что, переиграть. Но если ты хочешь только сюжетку проходить, тогда тебе проще, ну, не выбирать средний уровень и все. Кто в ловушке? Я? Стена в ловушке, блядь. Это блять! А как так-то? Подожди. Не поняла. Нет, по секунде. По секунде как-то там еще рядом какой-то три тарарах какой-то там. Пляжи типа. Не знаю, что это такое. Блин, вот я не встречала вообще ничего. У меня был в номере только один маленький паучок. И все. Блять, а как он, блять? Как так получилось-то, я не понимаю. Да. Короче, один маленький паучок. В Таиланде как будто было больше живности. Почему не застыли? Action, not reaction. Repositioning. Да, я знаю, но идем. Survival is all that matters. Блин, у меня же такой конченый меч, блять. Короче, надо что-то с этим делать, не подходит такое. И что же с этим делать? Можно попробовать этот шар убить. Глаз этот летающий, потом разбить стены. Ну, может быть, это был такой отель, потому что нас убирались, типа, 3 раза в день. То есть, если, наверное, в отеле убираться по 3 раза в день, скорее всего, в номере ничего не будет, вот и все. Если там не убираются... Если убираться через день, то, конечно. А что, сюда вообще не попасть, да? Сейчас попробую кучу. Run. Run! Блять. Блять. И что, они их отпиздят?
Надо, наверное, все-таки сразу всех хвалить. Вот, а мне кажется, на Бали просто не браться раз в день. В таких домах, где есть пауки. А если как они могут туда залезть? Зачем им это надо? Не так бояться людей. Eager for battle. Не знаю, просто с этого сохранения начнется. Блять. Все-таки нет. А как она там оказывается-то, сучка? Говнище нахуй. Нет, сейчас у меня есть один план. Последний осталось. Да, вот все классно, да. Что брызгают чем-то специальным, чтобы насекомые не залазили. Вот. А, ну, в Таиланде у меня было, типа, к нам залетела какая-то муха. Ну, короче, это даже не муха, это, не знаю. Короче, что-то огромное, вот такого размера, и я орала и плакала. Мне было очень страшно. Вот. И она даже не похожа была ни на сверчка, ни на богомола. Я даже не знаю, на что она была похожа. Вот. Мне это было страшно, я вам так скажу. Реально. А почему? Она сюда не спустится, да? Терпение, мой друг. Можно, кстати, да, их сейчас убить. Но я хочу... Ну, хотя да, мне их все равно придется пиздить, реально? Реально очень странная была интонация. Перебили на тебя это узники. Your association with disciple Balthazar inspires respect. Короче, ты слишком долго пиздёшь. Короче, проще просто сразу их отхуярить. Наверное, да. Сейчас. Сука. Ну, я сама очень боюсь насекомых. Этих. Всех. Поэтому я не представляю, как люди реально на Бали там тусуются. О, успела. Успела поменять нож. Стой. Переключаться. А кто враг? Подожди. А, да. А что у нее за аура? Защита от смерти. Ой, извините. Пускай пока здесь стоит. На нахуй, блядь. Что это такое? Тьма какая-то. Бля, она тут дофига тьмы дала. Нимбл пиздец наступит, мне кажется. Если мы их не грохнем. Пиздец. Хуй знает, что делать.
Может быть, все-таки. Ну ладно. Наверное, не хочется, чтобы они убили этих призенеров. Хочется их всех спасти. Да, я вот так и подумала. Может быть, реально просто напасть, да и все. Согласна. Your conversation has been cut short. These prisoners are for disciple Balthazar's attention only. Да, хорошо. Your association with disciple. You ordered that guard about as if you were the absolute. Ты так сразу отбрелся, ты сама целишь, что тебя я помогу вам. И ради чего, интересно? Why would you be so inclined? Эти оторвы? Они стражниками такую веселую жизнь устроили при побеге, они лишними не будут. Похоже, эти задуманусь на встречу. Я Вульберн. Вульбрен. О! У нас есть план. Тифлингам он тоже зайдет, но без нужного снаряжения нам его не воплотить. Нужны инструменты. Наша эта сумасшедшая баба прикарманила, но сойдет что угодно. Да-да-да. И как же мне туда прийти? Ну ладно. Придется прыгать. Ну ладно, попробуем прыгнуть. Пофиг. Все равно их придется мочить. Нет, ты чё, это у меня шрама с детства. Это я в аварию в 12 лет попала. Вот, вот этот. Хотя его тут почти и не видно. Вот он. Вот. Я ездила не пристегнутой. И случилась авария. Ну вот, и мне зашивали. Было ужасно. Что я очень обосралась в этот момент. Страха. Можно было туманным шагом, конечно, воспользоваться. А. My face protects me. Блять, кончено. Дура, блять. Oh, enough waiting. I crave blood. Ну ладно. Сама виновата наша. Да блин. Well, hello. Порядок поменялся. Так, мы быстренько уйдем сейчас в лагерь. Да. Нет, на щеке это не... Это хайлайтер, наверное. Let's move. Какой-то у нас неудобный очень лагерь, на самом деле. Ну ладно. Завершаем денек. Yes, babe. О, я уже и забыла, что они в таком виде тут гуляют. Ебать, стрён огромный. Так, стану рядышком, чтобы вы посмотрели. Ой, как забавно, пиздец. Сука. Подождите, а что будет, если с ним поболтать? Здрасте! А, нет, привет, моя радость. Ладно. Я думала, они поцелуются. Все, иди спать. Автовыбор. О, наконец-то, 40 из 40. Хочу поблагодарить тебя. Он со мной сам заболтал. Но... Пацаны должны делать первый шаг, понимаешь? Так. Я думаю, надо отвечать второе.
Замолаживаешь? Что значит? За то, что ты сказала, когда я стояла перед этой отвратительной дроу. Я 200 лет провел, пользуясь своим телом, чтобы заманивать красивых... Подожди, я хочу все-таки второе ответить. Вдруг что-то будет интересно. Это сленг, типа, подкатывай? Я не знала. Замолаживай. Ну, давайте будем замолаживать, так сказать. I thank you for what you said. Нет, не сработало. Так, ладно, высказывай. Я 200 лет провел пользуясь своим телом, чтобы заманивать красивых существ своему хозяину. Никого не волновало, чего я хотел и как относился к тому, что делал. Ты могла бы приказать мне сделать то же самое. Броситься на нее, к дьяволам мои желания. Но ты этого не сделала. И за это я благодарен. Так. Ну, он, кстати, сентиментальным становится, реально. Он вначале таким не был. Я надеялась, что благодарность за поддержку ты бросишься на меня. Признаюсь, это новая для меня концепция. И немного пугающая. Было бы не так просто ее укусить, просто сделать то, что мне было велено. Было бы так просто. А момент отвращения, через который надо себя протолкнуть, а потом продолжить, как и раньше. А чё у него все нормально? Понял. Так. Когда получалось, я старался выбирать красивых, но их было столько за все эти годы. Наступает момент, когда тебе просто становится все равно. Я умоляю. Так, не забывай, что это все, чем я был для Кассадора. Весь смысл моего существования. Все мои инстинкты твердят мне, что ничего не изменилось, что я по-прежнему лишь средство для достижения цели. Ты заставила меня понять, я так и не перестал думать, что остался его рабом. Даже на свободе. Но я куда больше, чем это. Больше, чем вещь, которую можно использовать. Наверное, будет лучше, если мы не будем встречаться. Правда? Полуэльф из среднего роста. Подожди, так у меня полуэльф. У меня это полуэльф. Он типа эльф, а она полуэльфийка. А до этого у меня была девчонка эльфийка. Так. Обнять его или открыть свой разум, чтобы он увидел, как тебе дорог? Человек реально скучный, согласна. Согласна. Я не знаю, но обнять его будет странно. Но если мы откроем разум, мы и так его обнимем. Короче, давайте первое. Ты вправду полна сюрпризов. Я понимаю, что она там представила и передала ему. Если честно, я понятия не имею, что мы делаем. И что будет дальше? Так, я, если что, буду наготове, наготове. Но вот это... Я точно знаю, что это хорошо. Господи, то, что они в таких нарядах, это, конечно, интересно. Нет! Это был просто милый разговор. Все. Да ладно, серьезно? Чат может выбирать? А как это так работает?
Белый разговор в труселях. Всего-то. Как это так, реально? Я не знала. Ну, я не знала, да, как это вообще может работать. Интересно даже. Так, а я с ним пиздела или нет? Your feet fly fast, my friend. Any luck with those tools? Daring is the heart of courage. Не покупали, но мы не можем так рисковать, разве что. Not unless there's no other choice. Ну, сейчас, отвечу, не переживай. Сейчас врасплох ее. Где же эта атака? Это моя любимая. Тебя арестовывают за нападение. Судя по физиономиям стражникам, это еще и легко отделалось. Арестовать она меня хочет, блядь. Пиздюлей получишь сейчас. А, у меня перегрузка. Как это? С чего вообще вдруг? Резко так появилась перегрузка. Ну да, то, что чат может навыбирать, это, конечно, факты. Где это такое? Игра, наверное, да? Может быть, этот чат может выбирать, когда вы играете коопом? Скорее всего, вот так. Или нет? Что-то я не вижу. Нифига себе. При включении этого параметра вы можете подключаться к интеграции с Twitch. Это позволит зрителям ваших стримов видеть экран вашего отряда, отслеживать ваши задания и голосовать за выбор. А, они могут голосовать за выбор. Прикольно, блин, я посмотрю, как это работает на ютубчике, может, даже подключу. Ну, это очень прикольно. Посыпки. О, спасибо за ремонт. Обожаю. Ну, так. Ну, хорошо, что ремонт недолгий. На том спасибо. Ну и все получается. Ой. А где она хоть? Ой. Ладно, нам все равно вот эту пиздить надо будет. Подожди, а что это такое? Наполните свои арбалетные болты мистической энергией. Ваши дистанционные атаки оружия нужны дополнительно. Хорошо. Я все равно, правда, не могу в нее попасть. Ладно. Let's end this. Onward. Что? Ну это... Да, это прикольно. Голосовать очень круто. Это прям идеально, блин, спасибо, что рассказал. А она здесь? Хуя. А я вообще на каком моменте это сделала? Ладно, надеюсь, сразу. Ну, в смысле, я надеюсь, что я сохранилась, прежде чем совершила этот мув. Или нет? Вот просто если мы сейчас не сохранились, ты увидишь, что такое не сохраняться. Это придется заново что-то делать. Да очень-очень плохо. Запарно. Давай. Блин. А, все. На этом моменте еще норм. Так. Если она окажется здесь. Time to
deserve some punishment. А где это начальница тюрьмы? Ревнитель Нади. То есть он Надю ревнует постоянно или что? Почему его зовут Ревнитель Нади? А, она в скрытности сидит, блин. Понял. Понял, вот оно чё. Вот оно чё. Ловушки. Ну, ожидаемо. Блять. Сука. Блять. Недостаточно движения. Ну что ж ты не можешь до нее дотянуться, что ли? Кайф еще. Так, теперь мы пододвинулись. И можно доставать ножом. Победа, я считаю. Очень все logical было. Музыка из матрицы какой-то. Блин, кайф, это кольцо топовое. Оно потому что попадает очень часто. Ты дура? Сука, блин. Вниз сейчас тебе будет, понял? Да-да. Он дотянется. Ну ничего. Вот так. Да не оставь нас, пожалуйста, тебе что-то. Так, не надо мне пока ничего. Ключ. Стрела. 15 всего лишь. Так, а мы еще там не прячем. Спасибо большое, что пришел. А это. Хороших там тебе дел. Но мы еще будем смотреть Lost, так что приходи. Да, на Астериона, серьезно? Просто Астерион, что, он как бы попадает, а Шедуха, она кидается дальними атаками и часто не попадает, поэтому мне выгоднее. А как эту клетку-то открыть? А, ну, может, ключ ему дадим просто? Your feet fly fast, my friend. Any luck with those tools? Подожди, а чё? Good. А, это, кстати, обновление было, если чё. Обновили этот самый Baldur's. И, соответственно, вот эта менюшка, она поменялась. Не... Ну, не эта менюшка, короче. В общем, одна менюшка поменялась. А что, подожди, а как мне открыть дверь? У меня же ключ-то есть. Да, Lost будет, да. Хочешь помочь гномы? Там далее по коридору что-то задумали. Скажи, что мы в деле. Как мне дверь-то открыть? Ладно.
зачем я тогда собирала эти ключи, непонятно. А хотя нет, беги с ними. Сюда. Чуназас. И теперь ты. Ты. Так, ну клетку все-таки не открыть. А где рычаг-то ты видишь, Люда? Рычаг. Табличка только. Он в башне посередине. Вот здесь. Right, boat's good to go. This cast doesn't stretch much further than the shore. We'll hide out on the water, plan our next move from there. Я не знала, короче, что так будет. Она уже собиралась отплывать, блядь. Ай, ну пиздец. Что ж такое-то, Людки, а? Не сохранилась я после боя. Молодец. Просто молодец. Вот что такое не сохраниться, ребят. Говнище полное. Интересно, на каком моменте вообще? На каком моменте? Давай, Людмила, грузись, умоляю. Блять, ну ладно. Мразь, нахуй! Как это в месте досягаемости, блядь? Бред. Сохранилась, пожалуй! Что будет? Кугар. Так, ну мы будем с этими пиздеть-то, нет? На всякий случай. Чтобы благодарность получить. Типа из-за того, что я буду проигрывать? А, ну вот мы опыт получили. Может быть, мы до этого бы не получили опыт. Так, сейчас тут у них все спиздим только. Скрываем. Yeah, baby. Yeah, baby. Не надо! Что это за рычаги, интересно? Так. Подожди, а через что они побегут-то? Через что они побегут? Ёбаный пирог! Спокойно. Ладно, нет, это плохая идея. Не упускать их нахуй.
Сука, блядь! Короче, нужно одновременно разъебать все врата, и чтобы и тифлинги, и эти гоблины... Я только здесь сохранилась? Ладно, ничего страшного. I need a quick word. That took the edge off. You want to help? What? Так. Ты сюда? Туплю чуть-чуть. Not reaction. Здорово. Пизда, нахуй. Блять, как я обосралась, ну пиздец. Спасибо за донат. Пиздец. Я так обосралась, ёбаный рот. Я просто вообще не ожидала, что это будет. Фух. Пиздануться можно. Там и все проигрывают. Ну да. Но я буду выигрывать. Надеюсь. Да, там есть смысл. Сначала тифлинга, потом... Потом не тифлингов. Фух. Это было капец. Так. А это что такое? Это яма для сранья? Чтобы какать? Интересно. Фух. Володя киллер, блин. Логично все очень. Правда? Так, я на всякий случай здесь сохранюсь. Все. Бежим за ними. Чтобы они уже все, сука, сбежали. Все логично, я считаю. Не, я не стримила, конечно. Да как я там буду стримить? Там интернет не такой быстрый. Лодка готова к отплытию. Осталось только отчалить. Пока что мой план — спрятаться на воде. Или у тебя есть идея получше? Пойти с ними? Ну ладно, давайте. Безопасности? Плохая заявка для этих мест. Что ж, Вити. Держится, мы в одиночку поедем, и наша команда останется в лунных башнях? Ну, судя по всему, да. Ой, мне очень понравилось, всем советую. И очень недооцененное место. Я считаю, что Бали и Таиланд распиаренные места. Вот, и на Шри-Ланке есть на что посмотреть. И это прикольно. То есть я вот думала, что это Индия. Вот, и... Оказалось, что нет. Вы скользите во тьме, пока у меня время или удача не выносит вас к причалу. Короче, советую реально. А ну стой, нельзя просто так причалить и начать выгружать чужаков. У нас есть процедура. Внутрь можно зайти только после проверки. Приказ командира Джахейра. Ну короче, да. В общем, там все понравилось. Еда, море, чё ещё, солнышко, вот. Я, правда, типа из отеля не выходила. Вот, но в следующий раз, когда поеду туда, обязательно хочу посетить какие-нибудь места интересные. Чтобы еще больше запомнилось. Командир дал разрешение тебе, а не твоим приятелям. Заражен может быть кто угодно, поэтому мы проверяем всех новеньких. Никаких исключений. Сюда, вставайте в очередь, посмотрим, опознает ли кого-нибудь любимая зверюшка. Абсолют. Любимая кто? Что ты делаешь?
Если вы мне не наврали, то бояться вам нечего. Если наврали, что ж, скоро узнаем. Ой, так приятно. Спасибо. Спасибо. Блин, а наша команда далеко. Так, ну ладно, дождемся. А то все живы. Ой. Музыка из Sims Medieval. Странно, кстати, реально, у него вроде фулл здоровья, а она все равно в крови. Интересно. Привет. А, мы здоровались уже с тобой. Я на автомате. А, лот будет через 20 минут. Получается в 20:48. Нет, ну, типа сделаю перерыв там на 5 минут, ну, в общем, где-то в 20:50, наверное. Сейчас он всех проверит. А еще со всеми нужно будет потом поговорить. Сказать, все ли в порядке, дорогие мои. Скажите спасибо, вас мамуля спасла. Это надо будет услышать от каждого. На будем смотреть десятую. Я была на Пхукете на Панве. Вот. Мне очень понравилось, там очень крутой пляж. Вот, но не понравилось только то, блядь, что там жесткие отливы. Ну вот, в период, когда мы были, просто жесть. Куда он пошел-то? Не сейчас. Ну, где нахуй. Ну, короче, там охрененный пляж, но поначалу не было отливов. Вот, мы такие, ебать, это просто рай. Вот, а затем начались отливы, и это был просто какой-то трэш. Просто трэш. А мне так лучше с кетриком воевать, чем с предателем. Дело иметь. Берегись этих огненных кулаков. Давай. Блин, тоже хочется чего-нибудь вкусненького, но у меня осталось только это. Короче, у меня осталась только морковка. Силы Кетерика скоро будут здесь. Тебе нужно напасть на них раньше. А где спасибо? Мама там, все дела. Ладно. Ты здесь! Ты в порядке! Ну как? Мы же две королевы тифлингов, помнишь? Я не могла оставить своего любимого барда в одиночестве. Хотя мне, конечно, очень помогла наша старая подруга. Как тебе это удалось? Это чисто мой ответ. Ну, так они же не сейчас стоят передо мной, верно? Видела бы ты ее. Ее отвага даже пугала. В хорошем смысле. Я уж не думала, что увижу хоть кого-то живым. Спасибо тебе. Спасибо. И окажи мне последнюю услугу, ладно? Забери ее. Она прямо просится к тебе в руки. Что, ее лютня, что ли? Всего лишь здесь. Броня всего лишь здесь. Ну и ладно. А, мы Мол еще должны найти, я знаю, знаю. Конечно, Ролан отправился нас искать. А кого мы нашли-то, подожди. Какого-то мы парня же нашли. Где он вообще? А,
А, вот это я. Что-то все вокруг шумят, суетятся. Не знаешь, в чем дело? Что? Правда, но ведь тогда... Вульфрин! Вульфрин! Где он? Где он? О! А вот Вульфрин. Вульфрин! Ха! Мне вроде говорили, что ты тут. За каким дьяволом тебя занесло, Барк? Как за каким? Я тебя пришел спасать, ясное дело. И чего вдруг такая глупость в башку взбрела, Барк? Да ты сдвинулся? Как он ему рад очень... Как он его рад видеть, я смотрю. К сожалению, ты мой друг, и спасать тебя из смертельной опасности — мое право. Так ты же меня ничего не спас. Я сам себя спас. Ну, с небольшой подмогой. Ага, бля. А, это ты. Как я не догадался. Спасибо тебе громадное за помощь в поисках Вульфрина. Тебе тут нечего делать, Барк. Как только станет безопасно, собирай манатки и вали во врата Балдура. Но, Вульфрин, рунный порох. Надо обсудить, что ты собираешься... We need to discuss what you're going to... Домой иди, кому сказано! Чего он такой злой против него? Мне уж жалко. Со сметанкой, морковка? Прошу тебя, это лишнее. Именно так. Никто из вас не представляет, что на самом деле стоит на кону. Да я откуда вам сейчас знать? Это дело гномов Гаэрдала. А теперь прошу меня извинить, у меня дел по горло. Все отлично. Вульфрин жив и здоров. Благодаря тебе. Я перед тобой в долгу. Мне уж жалко. Для начала вот тебе блестящий аргумент, как и обещал. Держи. Вручаю тебе блестящий аргумент. Ну, жалко. Ну вот. Мы теперь в расчете. Мне его жалко, я ничего не буду у него брать. Это одно и то же. Глупости. Когда двое друг друга так давно знают, то нет никаких уже сторон. Вульфрин бывает рисковат, но так я временами не лучше. Тебе ли этого не знать? Ну что ж, Вульфрин, наверное, прав. Я думаю, мне пора вернуться в врата Балдура. Мне жалко, он ценит дружбу. А тут нет. О, приходи ко мне в лагерь, реально. Почему бы и нет? Да, неплохая мысль. Yes. Такой, бля, на изи согласился, вообще изи катка, как бы. Угар просто. На изи согласился. Ну ладно. Чем больше людей, тем круче. Я люблю людей. Так, и что в итоге? Кого же мы еще-то спасли? Здесь орфисты. Следовать таверну последний свет. Да уж. А что, подожди, что тут обследовать-то? Что тут будет? Что это вообще такое? Следовать. Силунское сопротивление. А, ну типа их, что ли? Надо изучить. Я не знаю. Мне его спасли-то? Да нет. Кого мы спасли-то? Я не понимаю. Какой-то там был парень, тоже типа демон, по-моему. Тифлинг, точнее. А здесь парня Тифлинга нет.
Только он. Ну ладно, я не знаю. Ты забыл, да, я уже поднималась, да. Вот я тебе говорю, я не понимаю, как бы, почему здесь горит это. Эта тема. Водичка, да, согласна. Попить. Попить. Ладно, давай же сюда подойдем, вдруг, может быть, пройдет какой-то диалог с ней. Damn it. What to do? There must be another way. Она просто на улице типа стоит. А, нет, тут вообще никого нет. А, вот она. You did well to help. Спасибо, что помогла тем бедням избежать пакета, Эрика. Каждая спасена душа — это благословение. Ты воистину прила их на нас дождем. Go on, then. Я тебя слушаю. It belongs to the goddess. Проклятие наложила богиня Шар. Орфисты говорят, оно проявилось после и победы над Кетериком, Шаритом, который пытался меня похитить. Как-то они его некачественно победили. Нужное место, нужное время. Когда жрица Селуне замечает тень Шар, она обязана навести порядок. Любой ценой. Я бы могла сказать тебе то же самое, но думаю, делиться историями жизни будем, когда все это переживем. Обещаю, что останешься в живых, и мы отпразднуем победу рассказами. Луна и тень, свет и тьма, божественные сестры, а вечно воюющие между собой. И здесь случилась их очередная битва. Иногда жизнь вынуждает нас сделать выбор. К счастью, иногда выбор очевиден. Да, для меня это тоже мука. Выбирать что-то. Ну и все, как бы ничего не произошло. Ладно. Странно. Блин, а если я сейчас туда вернусь, мне получается все станут сразу врагами, что ли? Или нет? Даже отсюда выбраться не могу. Прикиньте. Все, мы втроем. И нам надо выбраться отсюда. И что, сейчас пиздиться будем? Блять. И что делать? Лодки нет. А, тоже так было, да? Ёб твою мать. Время как жалко. Подожди. Все. Фух. Пронесло. Все хорошо. Да не, вот. Оказывается, можно было перенестись. Но интересно, меня сейчас не пиздят. Пиздить-то будут или нет? Я же там убила много кого. Или, может быть, только в тюрьме будут, наверное, бить. Ну да. Я просто даже в главный зал тут не заходила. Уже тут навела суеты какой-то. Давайте хоть в зал зайдем. Сохранимся сначала. Я бы на твоем месте в главную залу не совался. Там Зарел с Кедриком над каким-то червяком суд учиняют. Погнали. Здрасте! Мы верно служили, генерал. Каждый приказ выполняли.
факты, однако, говорят о другом. Тебе было приказано добыть артефакт, ты не справилась с задачей. Мы? Нет, это все Ментара, у нее были приказы, а она... Довольно. Тебя обдают волной ментальной энергии, заполняющей все помещение, твоя личинка корчится, заставляя тебя повиноваться. Вы не смогли добыть артефакт, вы не смогли защитить своего верного, вы не заслуживаете жизни. Да, но у меня Ментара мертва, я ее буду, типа, ну, как бы с ней, короче, останусь, а когда летом будем играть, я буду одно зло делать. Прикол. Я в Warcraft не играла, играла только в StarCraft. Я за эльф. Пощаду, генерал, умоляю! Это генерал Торм. Пусть выскажется новоприбывшая. Ты видишь, что способны эти создания, видишь, насколько они неадекватны, не так ли? Какова твоя слова? Ты же знаешь, что я змею в огонь и воду, скажи им! Молчать! Верная победа генерала о том, как эти гоблины служили нашему делу. Этот, кстати, Кетрик, он напоминает мне президента Сноу из Голодных игр, только в доспехах. Короче, если их следует освободить, я помню, что это ни к чему хорошему не приведет, поэтому придется их казнить, к сожалению. Ну, я, конечно, не хочу этого делать, мне их жалко, но придется. Это гоблины. Спасибо! Хоть кто-то заметил. Наверное, они действовали с энтузиазмом, но рвение без эффективности – уровень детей, а не слуг. Not servants. We are too close to the ending. Мы слишком близки к завершению, к новому началу. Я не могу более терпеть неудачу. Kill them quickly. Убить их быстро. What? Что? No! Нет! Ах ты старого говна кусок! А, да, точно. Я ж ела, да ничего. Не зря это она, короче, сделала. Прошу прощения, мой господин, они не верующие. Вне моего контроля. Попробуй еще раз. Смотрю. Остальными разделайся, как хочешь. А еще лучше пусть этим займется эта верная. У тебя есть более важные дела, или ты забыл? Никаких нет, мой господин, благодарю. Ну да, они все равно злые, согласны. Приказ генерала понятен, гоблины теперь твои, поступай с ними, как знаешь. Да, он бессмертный. Здесь, в деле, абсолют, твоя власть над ними не знает границ. Они исполнят любой твой приказ. Как закончишь, поднимайся наверх и доложишь мне. Спаси меня, спаси, мы же друзья, помнишь?
Я хотела бы их, конечно, отпустить, но, по-моему, что-то будет не так. Поэтому испытание поединком. Астарион этого не одобряет. Ладно, так и быть. Интересно, я сохранилась перед выбором? Я не помню. Блин, надо уже заканчивать. Ну ладно, сейчас. Сейчас. Астарион одобряет. А, да? А, мы решим их, короче, разговоры вроде бы, да? Ой, разговоры. Короче, сделаем их немыми или что? Пойдем отыщем Зарель. Только не поскользнемся в гоблинских кишках. Вот это для Абсолют, где правит генерал, которого нельзя убить, но слуги из его плоти и крови. Короче, ладно. Все равно нам нужно больше узнать об источнике его силы. Сохраняем. Ребятки мои, давайте перерыв 5 минут. Ну, встречаемся в 20:55. Приветик. Приверик. И будем смотреть Лостик. Договорились? Те, кто смотрит меня на Ютубе, спасибо огромное за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всех люблю. Давайте, ребят, встречаемся в 20:55.